Дагестанка спасла жизнь пассажирки на борту лайнера на высоте 10 тысяч метров. Одной из пассажирок рейса Москва-Махачкала стало плохо во время полета. Экипаж поинтересовался, есть ли на борту медики. Сразу же откликнулась врач-анестезиолог-реаниматолог из Бирбашской больницы Аида Абуева, которая оказала помощь женщине, у которой по всем признакам был сердечный приступ. Благодаря этому самолету не пришлось делать вынужденную посадку. Жизнь была спасена.